Школа для большого поселка. Такой была и остается средняя общеобразовательная школа в Краснознаменском. В пятницу коллектив отметил 55-летие со дня начала регулярных занятий. Отпраздновали годовщину праздничным концертом. Это был полет, наполненный воспоминаниями, где пассажирами выступили почетные гости. Если рассматривать нашу Россию, вот такие школы, которые являются домом, семьей, достаточно небольшой семьей, они очень большой вклад вносят в развитие самосознания, патриотического самосознания наших детей. Целому ряду учителей вручили благодарности от главы района Комитета по образованию Организации профсоюзов работников этой важной социальной отрасли. Ветеранов образования приветствовали стоя. Сейчас больше возможностей есть и в оформлении, и во всем, а тогда только на энтузиазме работали мы. Поэтому хочется поклониться им и отдать должное тем, что сделали они для жителей Краснознаменской и фабрики. Я сам учился в этой школе, и я помню, ну, вспоминаешь, конечно, там полурока там наводили порядок, что-то еще, и как бы действительно знания иногда уходили на второй план. То есть в первую очередь нужно было людей, которые сюда приехали ткать, сажать из разных городов, с глубинок. Нужно было научить их быть людьми. Краснознаменская школа является инновационной площадкой по здоровьесбережению учащихся. В зимнее время школьники почти не болеют. Занятия часто проходят на свежем воздухе. Руководит учебным заведением его выпускница Марина Анатольевна Чачина. Сегодня мы являемся экспериментальной площадкой. Прошлый год мы работали именно на присвоении этого статуса. И вот с 1 сентября 2016 года нам этот статус присвоен, чем можем гордиться. 55 лет, полет нормальный. Краснознаменская школа отмечает юбилей. 55 лет тому назад школа открыла ворота в науку и знаниям для тысячи жителей Щелковского района. Я люблю свою школу. В свободное время мы здесь бегаем в столовую, чтобы что-нибудь себе купить. Ходим к учительницам на переменки. На юбилее звучало много поздравлений. Самым главным было пожелание сохранить сплоченность коллективу, которым поселковая школа славилась всегда. Михаил Налетов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».